подвели. Слушай, ты не знаешь, где можно нашего историка выцепить, а? Я вторую неделю не могу зачет пересдать. Да, он вообще неуловимый. Я сама за ним около месяца гоняюсь. Да, фиг его на сессии поймаешь. Ну, подержи. Джинсы, кеды, модный гаджет, доступ в интернет. Все, что нужно тем, кому всего 20 лет. Даешь молодежь настроение в порядке. Даешь молодежь от Москвы до Камчатки. Даешь молодежь отдыхает красиво. Даешь молодежь на экранах России. Ты в зоне веселья, ты вместе с друзьями. Пока молодой, повторяй вместе с нами. Даешь молодежь настроение в порядке. Даешь молодежь от Москвы до Камчатки. Хочешь? Ты знаешь, Лика, я давно хотел тебе сказать, нам надо расстаться. Ах, так? Ну, почему ты решил меня бросить? Знаешь, Лика, девушке должна быть какая-то загадка. А ты слишком предсказуемая. Мне с тобой неинтересно. Спасибо за покупку. Всего доброго. Простите, вы за гантелю не хотите заплатить? Не-а. А что ты мне сделаешь? Так. Стойте! Охрана! Что случилось? Вот, гантелю решил украсть. Он? Он. Ну-ка, гантель, положи. Че? А? Не. Гантель не надо. Я это заберу. Эй! Эй! Света! Света! Вызывай полицию! Так громила, отпусти его! Скорую! Осколково. В нано-будущее нано-шагами. Коллега, поздравляю! Теперь нам точно вручат Нобелевскую премию. Я доработал прививку на манту. Теперь на месте укола сразу появляется ватка? Хорошая идея. Но нет. Теперь можно не бояться ее намочить. Давайте испытаем ее. Я делаю себе доработанную прививку на манту. А! Готово. Теперь давайте попробуем намочить ее. Угу. Я схватил ее! Прыгайте! Поздравляю, коллега! Теперь действительно прививку невозможно намочить. Даешь, молодежь! Я уверена, что это интернет-свидание пройдет хорошо. И парень примет меня такой, какая я есть. Главное, не делай, как в прошлый раз. Если парня зовут Антон, Эдик или Стас, не нужно придумывать к его имени смешную рифму. Я просто перенервничала. Все, пока. Привет. Здравствуйте. То есть здравствуйте. Ой, то есть привет. Так мы на «ты»? Или на «вы»? Как тебе удобно? Мне? То есть вам? Нам? Да. Нет, я не знаю. Блин, ты какой-то странный. Я, наверное, пойду. Подожди, подожди, подожди. Я просто... Давай начнем все сначала. Я просто перенервничал. Ну, давай. Какие парни тебе нравятся? Ну, всякие разные. Так это я! Это я! Я разный! Нет, конечно, сейчас я одинаковый, сейчас я одинаковый, но я могу быть разным. Вот смотри, посмотри. Вот я натурал. Видишь?
А вот я гей. Видишь, я гей, а вот я собака. А вот я в этой вышке! Зовут его! Блин! Ну почему мне так не везет? Потому что ты дура! Друзья у тебя дебилы. Может быть. Здорово, ржавый! Здоров. Ты чё такой грустный? На тебя чё, компромат на Викиликс выложили? Чё за Титиликс? Поехали. Чё делаешь? Да вот матушка попросила весь хлам, который ещё с детства остался, выкинуть. Вот, занимаюсь. Блин, башка! Это же мой первый эротический журнал. Гент. Может, тебе надо? Не-не, мне одной Натахи хватает. Башка, смотри! Это же первая мобила, которую я отработал, ё-моё. Прикол. Чё? Смотри, беляш, который я оставил на черный день. Беляш с грибами? Да, походу залежался. Ага. Придется выкинуть. Нифига себе! Это ж кубок по легкой атлетике. Я не знал, что ты в соревнованиях участвовал. Ну, я не участвовал. Я его свистнул, короче. Но они меня не догнали. Ну, можно сказать, я его заслужил. Офигеть, что там? Нифига себе! Ты знаешь, что это за штука, а? Офигеть, как эта фигня могла все время на шкаф пролежать, а? Офигеть! Ну-ка, подержи меня. Тихо-тихо-тихо. Подержи, держи меня. Башка, я вспомнил, почему я эту фигню на шкаф убрал. Потому что в прошлый раз все точно так же было. А нет, я еще потом от матушки получил ему. Ржавый! Ржавый, если ворошить прошлое, будет страдать настоящее. Надо двигаться только вперед. Чего? Чё, погнали быстрее! Ладно, отсюда! Так, все сдались занятия? Конечно, сдали. Да. Значит так, этот курс рассчитан на тех, кто хочет научиться безопасному катанию на роликах. Вам повезло, что вы попали именно ко мне, потому что я катаюсь на роликах уже 7 лет и ни разу не упал. Спасибо. Значит так, смотрим на меня и повторяем в точности, что я делаю. Ну что, смотрим? Повторяем все в точности. Ну куда? Куда ты полетела-то? Спокойно, спокойно. Даешь, молодежь! Йоу-йоу-йоу, всем привет! Это мега-респект! Короче, завтра мы с Геночем едем отдыхать. Да, по путевкам от колледжа в санаторий. Йоу, да здравствует полная свобода. Теперь я могу целый месяц не стирать носки и не чистить зубы. Максим, я тебе курицу вареную и помидоры сверху в сумку положу. А яйца вареные я тебе в топли положила, чтобы они не расквасились дорогой. Мама, они же там протухнут, у меня еще все туфли пропахнут ими. Свет, ты что так мало туалетной бумаги положила? Нет, да нафига так много-то, ну? Санатории кормят как на убой. Она у тебя закончится за неделю. Короче, наш сегодняшний трек про санаторий и про то, как там круто отдыхать. Йоу, поехали. Трек про санаторий, мега респект. Йоу. Йоу, ага. Про санаторий. Санаторий, постоянная свобода. После отбоя можно выпить джин-тоника немного.
Про традиции тоже не стоит забывать. Первую же ночь надо подушку и обои разрисовать. Даже если в санатории будут кормить, как в крутом отеле. Нет ничего вкуснее, чем хлеб, высушенный на батарее. Вот эти трусы я для тебя деньги зашил. Носи их и не снимай. Блин, дед, какие трусы? Мы клепак снимаем. Шлепаки, шлепаки. Вот, Максим, держи, пока мамка не видит. Дед, это что, презерватив? Я что, не знаю, чем вы занимаетесь, да? Ночью, в первую же ночь наполнишь водой и на вожатку с окна сбросишь. Фух. Да все, я думаю, хорош. Ксюс, держи. Этот кусок мяса уже остыл. Спасибо, Егор. Еще вот этот, пожалуйста, остуди. А, горячий. Давай. Есть. Ой. Давай. Принимай. Давай. Оп. 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 Давай, оп. Давай. Оп. Олимпийские тигры! Я приветствую вас! Сразу все объясню. Думаете, куда я в первый день Олимпиады соскочил и вам ничего не сказал, а? Ни за что не догадаетесь. К тёлкам! А думаете, почему я не остался и не помогал вам, как обещал, да? Ни за что не догадаетесь. Правильно? Вы же не тёлки, зачем я вам нужен? Если ты нам постоянно будешь говорить, вы ни за что не догадаетесь, и в эту же секунду будешь говорить нам ответ, мы действительно никогда не догадаемся. Суд есть! Ты нас швыранул и с какими-то непонятными тёлками соскочил. Да! Если вы думаете, что я там с какими-то сумоистками наводил движение, то вы глубоко ошибаетесь. Мы думаем, что ты с штангистками. Что они тебя на руках, да, носили? А? Вы можете предполагать, но никогда и ни за что не догадаетесь, кто это, а? Раперистки, а? Да, да. Многие люди даже не знают, что они под масками, под шлемами бывают очень даже симпатичными. А если не симпатичные, можно шлем опять одеть. Я шучу. А чё ты тогда нас не подтянул? Я же вас искал, слушай. Я везде ходил, вас искал, но там туманный Альбион, и ничего не видно. И я ходил, Ради, Тами, где вы, Ради? Всё там видно, слушай. Есть доля в правде, знаешь его, какая-то. Но это все фигня. Вы лучше расскажите, как там Олимпиада, слушай, а? Я борьбу вообще не смотрел. Какое место вы заняли? Рассказывайте. Ну что рассказывать? Первые же схватки Тагиру Атарсултанову проиграли. И Алану Хугаеву, соответственно. Короче, вы без медали вернулись, да? Дай сюда. Я думал, вы тигры. Подожди. От того, что мы вылетели с Олимпиады, это еще ничего не значит. Мы вернулись с медалями, мы же здоровы. А там знаешь, сколько было худых маленьких китайцев? Да. Вот и тебе, тренер. Ауф, тигры, молодцы, добились своего, а? Спасибо вам. Девочки, что молча молчите, слушай. Не видите, с медалями спортсмены вернулись. Давай аплодисменты тиграм. Значит так, на этом лекционная часть нашей программы заканчивается. Завтра мы будем проводить лабораторную работу на оценку. Yes, наконец-то. Барышкин, ну, успокойся, возьми себя в руки. Итак, разбивайтесь на пары, я буду записывать. Значит, кто с Барышкиным? Я! Ну, тихо, стартовая цена 500 рублей. Я с Барышкиным 700 рублей. Бежевая с Барышкиным 700 раз. Я с Барышкиным 1000. Соломонова 1000. Кто больше? Я больше. 2000. 2000. Башкатов, Барышкин, продано. Поздравляю. Ты хочешь, но не знаешь чего, вступай в юную Россию, и тебе скажут, что ты должен хотеть. Юная Россия, вступай и не думай. Итак. Итак. Сегодня Петра не будет. Он на важном совещании в Германии перенимает опыт работы с молодежью. Ну да, он свое фото в интернет выложил. А разве это не Октоберфест?
О, да. Неважно. Перед нами стоит сложная задача. К приезду Петра должно быть 5 новых участников движения «Юная Россия». Итак, какие будут идеи? И начали. А давайте каждый из нас приведет с собой по одному другу. У меня нет друзей с тех пор, как я вступила в «Юную Россию». Меня сюда друг привел, а сам свалил. А давайте устроим агитацию для молодежи в каком-нибудь месте, где молодежь. Роскошно! Не знаю. Я бы без замманухи не пришел. Тогда давайте скажем, что всем пришедшим будут еда и напитки. Бесплатно. Браво. 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 Роскошно. Друзья, спасибо, что пришли. Где хавчик? Еды не будет, но... Но! Подождите! Подождите, послушайте! Мы движение «Юная Россия!» Мы держим свое слово и выполняем свои обещания! Ну куда же вы? Ну! Вы знаете, я, наверное, тоже пойду. Держи его! Ты сам не понимаешь, от чего отказываешься. Мы поздравляем вас со вступлением в «Юную Россию». Мы тоже очень рады. За маечку потом распишешься? Раз, два, три. А разве мы не нарушаем его права? Конечно, нет. Мы же его связали и заткнули рот во благо России. Совсем вот так. А это идея. Юноросы, берем веревки, идем на улицу и по одному отлавливаем новых участников. Юноросы! Вперед, вперед, вперед! Мы скоро поедем. Подожди, еще один раз остался. Может, поедем уже, а? Вот, а теперь поехали. Все, 9 часов. У Рафика рабочий день закончился, у меня выходной, я пошел домой. Ты себе не представляешь, какое наслаждение после тяжелого трудового рабочего дня оказаться в уютном велюровом салоне своего дома, а? Супчику покушать, супчику пожевать, самсу пожевать. И посчитать мелочь. О, вай, это что за душевный кайф вообще? О. Вы что, издеваетесь? Мы проехали всего 2 метра. Ну-ка, верните деньги назад. Послушайте сюда, молодой человек. Я весь день как ишак работал. Решил отдохнуть. Чё вы кричите, не даете мне отдохнуть? Вы что за соседи такие? Вы дикари, вы настоящие. Вообще, чтоб не видел я тебя. А ты пока можешь по району погулять. Здесь неподалеку есть один рынок. Там женщина продает вот такой виноград. Вот с такими дынами. Так, ладно. Вот вам еще 30 рублей. Я на работу опаздываю. Вот и утро настало. Ты себе не представляешь, как это приятно после выходных обратно на работу выйти. Ну, ты откуда знаешь, ты же лентяй. Маринка, ты накрасилась? Почти. Быстрее давай, мне тоже надо. Ну сейчас, подожди. Так,
Быстрее давайте, они сейчас напьются. А где наши девчонки? Сразу говорю, Маринка моя. Да, со Светкой. Со Светкой? Нэнси. Мотор, хлопушка. Лишняя любовь 300 на 10, кадр 1, дубль 1. Приготовились и начали. Маша! 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 Чики нос, что ли, снимают? Маша! А про что у нас во дворе можно снимать? Про апокалипсис? Про зомби это? Химки-лэмп! Так, стоп! Владик, Владик, очень хорошо. Лена, очень плохо. Серьёзно, Леночка, дорогая, ну я же просил, посмотри, пустыня какая-то, заполни это пространство. Умоляю, ну так невозможно работать, Лена. Молодые люди, слушайте, а можно вас попросить поучаствовать в массовке? Массовые драки, что ли? Да не, у меня что-то кулак будет. Нет, нет, я предлагаю вам сняться в кино. Да нет, ну че? Слушайте, ну нужно просто пройти по кадру. Ну нет, ну как? И вам за это заплатят 500 рублей, вы сможете? Не, ну, в принципе, что, мы в российском кино не поучаствуем, что ли? Да, же Чадов может, а мы что, нет, что ли? По Японию пойдем ему. Куда идем? Хлопушка. И начали. Маша! Маша! Маша какаша! Стоп! Шапка, ты снял? Молодые люди, вы просто прохожие, вам не нужно ничего говорить. Ну а что, ну мы типа такие прохожие, решили прикольнуться там. У вас что, не комедия? Вам не нужно ничего говорить. Да понятно, юмор. Все, на исходный. Да тихо, на тихо. Исходный, давайте. А что за исходный? Так, приготовились. Хлопушка. И начали. Маша! Маша! Маш, ты что там траванулась, что ли? С очка встать не можешь, что ли? Так, стоп! Лена! Лена! Слушайте, ну... молодые люди, вас же просили ничего не говорить в кадре. Я думал, ты это башке сказал, у него гнусавый голос. У нас-то с пацанчиком нормально это. Раз, раз, Юма! Все, на исходный давайте. Да понятно, Юма. Хлопушка, Ватлов, вообще возьми чуть-чуть. Да. И начали. Маша! Маша! Так, стоп! Ребята! Сейчас-то что, никто слова не сказал? Ну, слушайте, ну зачем вы с него штаны сняли, а? Ну, чтобы Машка видела все достоинства пацанчика. Она уж третий раз не выходит. Давайте на исходный. На исходный. Понятно. Ты жёстко. И начали! Маша! Маша! Слышь, Маш, ты уже за***л на туре! Высуни свой хлебальник! Ты стоп! 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 Я не могу работать! Маш, ты человека что так довела-то, ё-мо? Башка, мне первый раз в жизни заплатили за то, чтобы я ушел с работы. Да я бы половине российских киношников за это заплатил. В натуре лучше пить в пивчанке, чем в российском кино сниматься. Ладно, погнали в ларек.